Всем привет, с вами Веселый Линчай. И мы снимаем новое видео, как мы провели на сегодняшний день. Рассказываем. Прекрасно. Прекрасно. Мы сегодня будем чай писать? Да, наше утро началось плохо. Потом! Мы сегодня будем чай писать? Да. Чайки будем писать. Чай, поужинал с дедушкой. Угу. Легли спать, встали. Угу. Легли спать, поужинал с дедушкой. Попила хуминерали, легли спать, встали. Кока-колы, вот, фу ты. Легли спать, встали, сходили в магазин. Не пошли в магазин, легли спать, встали. И поехали куда? Нет, это потом было, потом. Встали. Мам, что мне ты? Да-да. Встали, лицо умыл, пописал. Разбудилась он тебя или нет? Ну, можно было бы не будить. Легли спать, встали. Сегодня не было, умылись, потом умыл я лицо. Пельмени были тогда? Не, сегодня яички, надо яички. Это бабушка пила. Вот это. Почему нам? Бабушка покупает другие. Бабушка такие не ест. Она на мягкие покупает? На мягкие. Почему? Ну, нравится все мягкое. Раньше твоя бабушка ела жесткое все. Не знаю. Я люблю жесткое, а ты? Ну да, раньше ели жесткое, помните? Да. Ну, раньше забыли зубы у бабушки. Точно. Ну ничего. Легли спать, сегодня мама сварила. Что сегодня сварила? Яйца. Да. Ну, а кто сварил сегодня? Яйца. И че, как я их ел? Расскажи. Бабушка кормила. А ты как хотела их есть? Ну, я куплю тебе другой яичник. Удобный, который на тарелочке. На вид смотри. Да я знаю, уже видел такой за 60 рублей. Где? В Ашане. Надо купить. Хорошо. Дорого 60 рублей? Нормально. Купим, а и продадим? Нет, эта девушка будет пользоваться. Почему? Ну ему нравится, будет сидеть. Ты будешь себе делать тарелочку там удобную для яичка, а он будет есть из этого. Что не яйца кормила, яйца, поел, съел два яйца, пил чай с чем? Чай с курагой. Курагой. Попили чай с курагой и поехали куда сначала? На Красные ворота? Куда? Ну, сначала пошли в аптеку. В аптеку. Что купили? Вебмзим. Вебмзим. Сколько стоит? 1000 рублей. 1000 рублей, а сколько? 5. Бабушка хотела попробовать. Угу. Дадим ей? Бабушка, ну зачем ей пробовать? Надо курс пить. Одну таблетку нельзя, надо сразу много пить. И не надо? Курс у тебя? У тебя курс? Конечно. Почему? Курс таблеток. А у меня чего курс? У тебя курс мышек. Купили сегодня такие, вот что это? Это Вигил, то самое, что спрости. Вигил, сколько стоит? А чё он, говори. А чё ты? А? Вес? Гей, сколько стоит? 200 рублей. 200 рублей, сынка. Хорош, то, чтобы 5. Нормально. И поехали потом куда? Сели на трамвай, доехали до Красных ворот. Вот, и взяли... Красно-сельской. И взял какую-то газету. Журнал, газету взял. И как тебе газета? Набрал газет. Не, сегодня взял газету в метро. Как тебе газеты в метро, которые мы смотрели? Сегодня взял. С Киркоровым? Да. Мне не понравилось. Почему? Дурацкая. Почему? Мам. Почему? Обычно дурацкая. Почему тебе не понравилось мне? Ну, потому что дурацкая. А почему дурацкая? Почему дурацкая? Что ей понравилось? Ну я не люблю такую информацию, мне неинтересно. Да все люди читают. Не все. Кто? Папа не читает. Дядя читает. Дядя. Ну может дядя какой-то читает. О, хорошая боровая матка. Я читаю. Доехали, куда сегодня поехали? Ну, спортивная. Куда пошли? В поликлинику. Как?
Теперь мы знаем поликлинику. Поликлинику сегодня пошли, набрал кучу бумажек и пошли куда? Куда набрал кучу бумажек, куда пошли? К какому врачу? Пошли. К... Ну, хорошему врачу, он тебя посмотрел. Он сказал, что у тебя рост 1.60 м, а вес 50. А как вот это, как вот это? Вот эти прыщики, прыщи у тебя делать? Не прыщи, а вши. Что у тебя делать, Сайдс? Есть вши у тебя или нет? Нет. Нету. А у тебя были? Да. И что делать с ними? Что, травить? Прыщами что делать, с прыщами? Прыщами ничего, мыться чаще. И вон пробрызгиваться, а мы не пробрызгались. Что тебе сказала? А родинку сходить к этому, к онкологу. Родинку? Вот эту? Да. Вот эту? Которая на голове у тебя. Ну, хорошая поликлиника. Да, ты хотел бы хоплить, там в туалет ходили. Угу. В туалет. Ты хотел бы зайти в хоплик-клинике это быть? Да, нам близко было до школы. Ну да. И не надо было бы искать бы, на Козлова бы не ездить было, не надо было. Угу. И не надо было бы ездить на метро. Не надо. Как-нибудь будем там жить. Ну, как-нибудь будем жить. Да. Будем вместе кушать, и будем вместе обедать. Угу. И будем обедать, и будем ужинать. Может, будем есть потом жить. Ну, да. Посмотрим. Ну, посмотрим. Хорошо. Много всего давайте будет. Сделали дела. Куда было поехали? Сделали дела там. Угу. И поехали куда? Так, поехали в наш поликлиник. Поехали. На красных воротах. Доехали. Да. Первый день я Владьку бросил на туалет, на сиденье метро. Ну, хулиган. Чё? Вот чё. Давай. Нас с тобой засудят. Чё? Засудят нас. Чё? Уберут дочку. Куда пошли? На Красные ворота, поликлинику твою. В поликлинику пошли. Опять набрал бумажков. Немного. Опять набрал бумажку. И к какому врачу хотели пойти? Который такой. К какому хотели сегодня пойти к врачу? Какому, мам? Мам. Куда? К какому хотели пойти к врачу? Например, к какому хотели пойти к врачу? Такой девушка была, которого нет сегодня. А, ну там нету. Как зовут ее? Зоя Валентина. Нет, другая, которая была. А! Да, которая бумажка нам дали. Юлия Сергеевна. Ну что, была? А сегодня кто-то меня? У меня выходной, другая тетя сидела. Когда ты? Вот Зоя Валентина. Зоя Валентина. Угу. Она не в этом кабинете работает? Нет. Она в этой клинике работает? Нет. Почему? Ну, не знаю, не в этом. В этой клинике? В этой. Но она не... Но она заменяет. Она дежурный врач. А та тетя давно отдыхает? Да. Она давно отдыхает? А мы еще такси сегодня с тобой заказали. Так, это какое? Ходили в поликлинику. Поликлинику. На детскую поликлинику. Поликлиника детская. Да. Сходили, все сдали. Куда поехали потом? Купили, поехали... В НФ? Все. Нет, нет, сначала что-то хотелось нам. Что нам захотелось? Я что-то хотела. А Магнолия зашли за чипсами? Чипсы. Купили чипсы очень вкусные. Чипсы с сыром. Угу. Сколько русская стоит? Картошка. Русская картошка. Сколько стоит? 36 рублей. Не, по акции. 32? 30. Ну хорошо, 30. 30? Рублей. 34 рубля. А? Скажи. Хорошо, 34 рубля. 34 рубля. Оценка? 5. По акции или без? Вкусные, вкусные по акции. Очень вкусные. По акции или без? А так, сколько они стоят, Магнолия, без акции? А так, сколько они стоят, без акции? А так, 45. Дорого? Дороговато. Съели чипсы. Угу. Съели чипсы и пошли, и поехали куда? В НФ. А в МФЦ. И что нам сделали? Чипсы покушали, чипсы сначала. Съели чипсы. Ну и как тебе чипсы с сыром? Нормально. Как? Оценка какая тебе? Чипсы как тебе, русская картошка? С сыром. Какая оценка? Пять.
съели чипсы и пошли вот и поехали в ФЦ. Да. И что там делали нам? Ну, ничего не делали, это свидетельство о рождении взял, завтра надо будет подъезд. Что нам делали? Что нам делали в ФЦ? Ну, я хотела субсидию оформить, ничего не получилось. Завтра оформим. Да. Сегодня я тебя отвлекал. Но не, ничего не сделали. Поехали куда, пошли куда потом? Пили? Магнит. Магнит. Сначала купили. Пошли магнит, сначала купили. Баклажаны. Баклажаны сколько стоят? 60 рублей. 60 рублей оценка. Один кровать. Оценка. 5. На. На кровать. Оценка. Оценка. 5. Купили потом такие. Дядя сказал, какие помидоры хорошие, я сказал. Опять же. Ну, девка не будет есть. Как они, магнит? Помидоры. Хорошая. Сколько стоит? 80 рублей. 80 рублей, оценка? 5. 5. А сколько стоит аква-минерале? Аква-минерале? В магните. 1 литр. Сколько аква-минерале стоит? Которые мы не взяли. Сколько стоит? 1 литр. 56 рублей. Дорого? Конечно. Чего не взял? 1 литр всего. Дорого? А аква-минерале сколько стоило? Монако сколько стоило? 0,5. По акции. Аква-минерале? Бонаква. Бонаква сколько стоит? Бонаква 36. Бонаква не такая вкусная. Сколько стоит? Газированная. 36. Оценка? 4. Взяла? Нет. Почему? Не хочу. Еще был там сыскин лес детский. Там все скелет был, но мы не купили. Потому что сил не было таскать. Точно. Точно, сил не было. Купили потом вот такие вот. Что это? Кабачок. Кабачок сколько стоит? 20 рублей. 20 рублей, сколько? 5. Еще купили вот такие вот. Нет, нет, нет. Сумму купили сначала. Перец. Нет, хватуло, ну цепь. А, ну все, стоит, курагу. Курага, вот это сколько стоит курага? 200 рублей. Вот это 200 рублей, оценка? 5. А это сколько стоит? Это подарок. Сколько стоит? Подарок. Подарок. Че? Подарок. А это сколько стоит? 5. Это что, подарок? А чего? А чем ты была сегодня подарок нам сделали? Еще купили перекрестки. Что это такое? Нет. Сколько стоит? 35 рублей. 35 рублей, это как? 5. Еще купили перчики. Перчики. Сколько стоит? Сколько стоит? Тоже 35. 35 рублей, оценка? 5. Баклажан не упали, аккуратно парни. Сколько стоит баклажаны? 40. 40 рублей, оценка? 5. Еще купили вот такие яблоки, сколько стоят? Гренни Смит. Гренни Смит, сколько стоят? Какие? Гренни Смит. Гренни 40 Смит. Рублей. 40 рублей, оценка? 40. Оценка? 5. Купили виноград, сколько стоит? Виноград стоит... 10 рублей? Виноград стоит только... 65. 65 рублей, сколько? 5. Еще купили бананы. Сколько стоит? 35 рублей. 35 рублей, сколько? 5, аккуратнее, положи, что не упали. Да-да-да, все положил, положил, отлично. Лимон купили? За трубы. Капусту купили. Сейчас покажу. Моя зимая тундра. Капуста, сколько такая капуста стоит? 60 рублей. 60 рублей, сколько? 5. 5. Еще купили там. На букву П. Печенку. Печенку. Сколько стоит? 75. 75 рублей. Оценка? 5. 5. Оценка? 5.
Еще купили вот такую вот лапша. Такая. Угу. Доширак. Доширак, сколько стоит? 30 рублей. 30 рублей, сколько? 5. Мама, что, у тебя послушные дети у ней? Они не дают убирать? Да. Чего? Послушные. А я? А ты не послушный. Отвлекаю. Купили. Купили бабушке вот такой вот сыр. Сколько стоит? 125. 125 рублей, сколько? 5. Все купили вот такие вот. Хурма. Хурма сколько стоит? 45. 45 рублей, сколько? 5, очень вкусно. Потом баки куда? Фикс? Прайс. Куда потом пошли? Фикс прайс. Хотела по делу купили. Перчатки. Перчатки. 150 рублей тебе они. Ну, 149. 49 тебе, знаешь как? Ну, они отличные. 5. Еще купили такие вот. Потом, что мы еще купили там? Что мы купили? Ну, чай ты выбрал себе. Потом, воду. Потом. Пошли фикс прайс, взяли вот такие вот чипсы. Угу. Сколько стоит? 50. 50 рублей. Оценка? 5. Куда их возьмем? С собой по олимпийским. Их удобно убрать. Мы все сидим? Да. Купили такие чипсы. Купили потом. Угу. Вот это, что такое? Ламписка. Ламписка. Сколько стоит? И десерт. Сколько стоит? 55. 55 рублей. Оценка? Вкусники 5. А я сколько? Вот это такое. Кто папа такой любил? Я там уже ела по много. Суперкончик? Да, кончик. Сколько стоит? Так, суперкончик стоит. Один рублей. 1 рубль, сколько? 5. Еще взяли. Что это такое? Я люблю. Алиска? Ты давно хотела это. Ты давно это хотела. Я не хотела, ты хотела. Ты давно хотела. Ты хотела давно. Оливки. Сколько такие оливки стоят? 27 рублей. 27 рублей, оценка? 5. Дорого? Нормально. Попробуем. Тебя угостить оливками? Тебя угостить оливками? Не-не-не, я не буду, то мне будет цистит. Ну попробуй, ты так хотела. Ну ладно, тебе попробуем. Потом мы купили. Сначала мы купили вода вот такая вот. Черноголовка. Сколько такая черноголовка стоит в прайсе? 25 рублей. 25 рублей. Знаете, как? 5. Сколько такая в другие магазины бы стоила такая вода бы? 5 бы. 40. 40 рублей. Дорого? Угу. Дорого бы? Конечно. Если очень пиццу хотела бы, купила бы? Если очень пиццу хотела, очень задом мучила бы. Ну, совсем очень, да. Купили потом вот такой вот чай. Сколько стоит? Имбирный. Имбирный. Так вот, сколько стоит? 77. 77, блядь, это как? Ну, вроде выглядит хорошо. Что здесь сказала? Что берут хорошо. У них дети есть, у тети? Угу. Не спрашивала. Вот это купили сегодня? Нет. Сколько стоит? 77. 77, это как? 5. Или потом такие вот. 70, сколько стоит? 50. 55 рублей. 5, ровно 50. 50 рублей, оценка. Очень вкусно, 5. Потом что-то захотелось нам. Вкусно. Одни чипсы были такие, открытые. С беконом. Что я не взяла? Ну, тоже открытый берет. Вкусные они были бы? Неа. Я хотела бы их попробовать. Ну смотри, сколько там вкусов. В следующий раз приведу там. Угу. Я не купила, я захотела. Я давно такие... Я такие давно хотела. Давно да. Не хотела. Давно. А какие вот чипсы сколько стоят? Тик прайсы. 50 рублей. 50 рублей. Это как? 5. 5. Такие вот. А сколько такие в Асане стоят? 70. 70 рублей, оценка? 4. Еще один день захотела, купила бы? Угу.
На пробу купили. Я давно таких хотел. Угу. Но не мог себе позволить. И потом, куда нам захотел? Угу. Потом куда нам захотел пойти? Мусор вынести. Все, вернулись домой. Что-то нам куда-то хотели пойти. Угу. Куда? Куда? Пойти. За? Х. За? Вот это такое буква Х. За хлебом. За хлебом. Мусор вынесли. Угу. И пошли пятерочку. Да. Хлеб был какой-то. Пятерочка? Да. Хлеб был какой-то? Нет, был какой-то такой странный. Но дешь такой не будет есть. Угу. Он вообще такой не будет хлеб есть. Угу. Буду там лизать. На сухарики. Угу. Не взял. Потому что не хочу. Куплю да. его, на сухарики переведу. А потом вообще кто-нибудь есть. Да. Лучше и лучше. Чего там такой чай был? Раньше девушка любила. Любили это. Не покупали хлеб. Не купили хлеб. А купили вот такие вот яйца. Какие еще были яйца, кроме таких? Какие? Такие, которые такие вот фермерские. Еще какие-то были? Фермерские. Дорогие были? Ой, я не помню. Сегодня взяли вот такие вот яйца. Сколько стоят такие яйца? Золото сейлы. Золото сейлы. Сколько стоит? Золото сейлы. Сколько стоит? 64 рубля. 64 рубля. Оценка? Отлично. 5. Уже 1-2 поставили уже. Угу. Засними. Мама села. Сейчас бросим их. Лёш, нахуй. Лёш, не надо, убей. Лёш, не нервируй меня, сейчас выскользнет. Лёша! Не нервируй меня, я тебя прошу. Не нервируй меня, сейчас выскользнет. Всё, блядь.